Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое, совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровья! В эфире «Целебная кулинария». Как всегда, Таня Ларис с нами. И вот она решила запустить сначала часы. Время пошло. Мы делаем тыквенный суп. Его любят все. Его едят на всех континентах. Причем обязательно крем-суп. Я даже размышляла, а что бы не сделать вот суп из тыквы, ну, допустим, как овощной, нарезанный кубиком или соломкой. Но ведь действительно вот эта консистенция крем-супа, она, наверное, всем и нравится. А почему крем-супа? Почему эта консистенция всем нравится? Да, почему эта консистенция нравится? Ну, она... Ну, не знаю. Хороший вопрос. Она мягенькая. Смотрите, все, что мягенькое, вытесняет тверденькое и жесткое, которое возникает внутри организма человека в результате его жизнедеятельности. То есть, так называемое понятие ветра, я говорил, это жесткость, сухость, которая вызывает газообразование, которая вызывает сжатие там суставов и прочее. То есть, процессы вообще старения связаны с этим. Так вот, то, что жиденькое, мягенькое, как раз будет, как бы сказать, все это умасливать, да, и препятствовать этим процессам. И поэтому человек себя чувствует лучше. То, когда все высохло, ему неприятно. А когда умощено, он так успокаивается, хорошо себя чувствует. Ну что ж. И туда еще что добавляет? Вот интересно. В вот этот крем-суп? Да. Послушайте, это, конечно, зависит от географии, потому что с рисом, сыром и вином делают тыквенный крем-суп на севере Италии. Вообще итальянская кухня, она очень разнообразная, потому что то, что находится на юге, абсолютно отличается от того, что находится на севере. Юг – это все-таки Средиземноморье, и здесь встречаются очень схожие рисунки гастрономические с другими странами Средиземноморья, вне зависимости очень интересно говорить. Я от, слушаю и заслушался, Танюша. Национальности и вероисповедания. А север, там уже холодно. И что? И они туда и рис добавляют, чтобы сытнее было. И вино, чтобы теплее, наверное, было. И, конечно же, сыр. Но сыр, вообще вот сыров, например, во Франции тоже очень любят тыквенный суп. Они туда добавляют лук-порей. Но мы будем добавлять обычный лук. Хотя можно и добавить лук-порей. Вообще, мне кажется, все, что потом взбивается на основе тыквы, имеет смысл положить. Если нравится имбирь, давайте положим имбирь. Нравится чеснок, давайте положим чеснок. Слушай. Вот ты так говоришь, нравится. Сама знаешь, нравится. Летом это нравится, а зимой не нравится. Ну, зимой наоборот этот супчик нравится. Нет, я просто говорю, что то, что нравится летом, мне нравится зимой. Да. И вот смотри, я думаю, ты забыла, что они еще и со сливками, с молоком едят. Я, конечно, об этом помню. И, конечно, сливки добавляются всегда, по большому счету, во все крем-супы овощные. Пожалуйста, добавляются сливки. А почему сливки добавляются? А вы чистите кожурку или не чистите? Чистите? Ну, давайте я немножечко чищу. Чистите, да. Ага. Зачем добавляются сливки? Ну, для жирности. Для жирности. Так все будет тогда полными. Они добавляются именно для того, чтобы вот эта мягкость и больше масличности было. Вот. Ну,
я тоже это имела в виду. Давайте вот, я вам помогу очищать, потому что при всей легкости этого блюда, а ведь по большому счету оно действительно легкое, мы берем овощи и варим их, отвариваем. А потом взбиваем миксером, блендером, кому что. При всей легкости есть такой нюанс, что вот эту надо тыкву почистить, потом ее надо порезать, чтобы не терять время, которое у нас идет в нашей программе. Идет. Мы продолжаем с вами чистить, а я вам еще хочу сказать, что крем-суп тыквенный делают даже на Гаити. Это считается у гаитян национальным блюдом. Дело в том, что они часто делают его на День независимости, а День независимости у них совпадает с Новым годом. Классно. Так, здесь у нас почищено. А можете еще? Я, наверное, сама смогу. Давай, я отрежу. Здесь нужен большой ножичек. Да, давайте. Семечки пошли. Слушай, что все-таки полезнее, пока мы с вами чистим? Семечки или сама мякоть? Или кому что полезнее? Или для каких? Оказывается, тыква действительно удивительный продукт. И я считаю, кто ест тыкву регулярно, тот тем самым продляет себе молодость и красоту. Именно два фактора. И знаете, за счет чего он продляет молодость и красоту? Сначала начнем с красоты. Желтый цвет. Он указывает на то, что здесь много каротина, который нужен для нашей кожи. Кожа должна быть великолепна. Плюс этот же каротин, он нужен для наших слизистых оболочек. То есть он поддерживает здоровье, особенно желудочно-кишечного тракта. Потому что желудочно-кишечный тракт у нас слущивается, клетки желудочно-кишечного тракта, в течение суток. А что то и быстрее. Слущивается. А вот действительно очень интересно сказать. Дело в том, что, представьте себе, вот это наш желудок, сюда поступает пища, начинается пищеварение, выделяются желудочно-кишечные соки, в том числе соляная кислота, которая растворяет гвозди. Представляешь? Так вот, естественно, вот эта вот оболочка, вот эти вот клеточки, которые здесь содержатся, они подвергаются также разложению, обработке, перевариванию, одним словом, повреждаются. И этот процесс называется слущивание. А отсюда вырастает новое. И для того, чтобы новые выросли, необходим что? Каротин, который никогда здесь есть. Никогда не знал. Слушайте, а кто не ест каротин? Что у него происходит? А кто не ест каротин, у того происходит, он начинает страдать слабым пищеварением, возникает эрозия желудка, потом дальше могут быть и язвы, вот знаете, различные колиты, вот что-то там в желудке, в кишечнике болит, и он не может полноценно восстановиться из-за того, что нету материала, который все это восстанавливает. А тыква-то все это дает. Плюс, смотри, какая она мягенькая. Еще мы на блендере. То есть здесь содержится мягкая клетчатка, которая способствует тому, что активирует и улучшает работу перистальтики. Раз. И плюс за счет того, что волокна нежные и мягенькие, она еще убирает различного рода шлаки, тем самым предотвращая самоотравление организма и, как бы сказать, его очищает. Поэтому когда организм чистый, снабжен каротином, то он, естественно, красив. Белки глаз чистенькие, язычок чистенький, много энергии, кожа красивая. Насчет волос я не буду говорить. Тыкву едят сырой. Только эти сыроеды или что-то вот еще вот. Нет, ну почему? Ну, вот свеклу можно же. И мы можем тыкву съесть. Особенно хороший и тыквенный сок. Кстати, я не делал тыквенного сока. Как-нибудь надо будет сделать. Да, пусть исправится эта ошибка. Мы сделаем, значит, тыквенный сок, и ты опробуешь. Не, подожди, но я пила, конечно. Хороший тыквенный сок. Как я его не любила в детстве. Значит, это не тот, это, скорее всего, консервированный был сок. Ну, консервированный был, но потом мне сказали, что это манго. И вот так вот обманули маленькую девочку. И самое интересное еще, знаете, что за счет того, что вот сырая тыква способствует тому,
Сырая тыква – это, смотрите, прежде всего объем. Вы видите, какой объем? О! Да? Угу. Что такое старость? Старость – это изменение объема, то есть все сжимается. И когда мы употребляем продукты, которые содержат вот такой примерно объем, они его, хотим мы того или не хотим, добавляют и нам. И причем добавляют, знаете, как, вот как в молодом организме. То есть у нас тургор хороший, у нас, знаете, там, где надо, этот объем есть, а там, где не надо, его нету. Вот в чем дело. Вот это очень интересный механизм передачи объема овощей или корнеплода, или фрукта человеку, который его съел. И мне очень хочется узнать детали. Я думаю, что у нас получится это сделать, пока мы будем варить. Смотрите, мы очень мелко порезали, чтобы быстрее сварилось. Да. А теперь вот у меня какой вопрос. Любите ли вы лук, как люблю его я? Согласны ли вы на то, чтобы положить целую луковицу в наш рецепт? Это же опять дело вкуса. Можно половинку? Дело вкуса в чем? Если мы сейчас его укусим, естественно, нам будет неприятно, потому что здесь все эти жгучие вещества находятся, и нам обожжет только рот и вызовет слезы. Но если мы его отварим, вот эти все летучие вещества уходят, и здесь остаются сахара. То есть здесь остается не глюкоза, а углеводы, которые составляют вот эту вот мякоть. Я тоже его режу. Да, вы тоже его режьте. Чесночок ты тоже режешь? Чесночок, так как все будет взбиваться, можно и порезать. Можно и порезать, так хорошо. Но лучше немножечко порезать. Да? И вы знаете, я еще вдобавок от Тани скажу вам по секрету. Я его сделаю целебным. За счет того, что я добавлю туда еще проросшие пшеницы. И у нас получится такой суп, что он будет вкусный и невероятно полезнейший. Ну, просто невероятно. А мы тоже будем взбивать с пшеницей? А почему бы и класс. Нет? Класс! А почему бы класс. И нет? Мы такой микс устроим, что хо-хо-хо-хо-хо. Вот и заканчивается тогда моя тирада про то, что крем-суп тыквенный едят по всему миру. И в каждом отдельном географическом регионе существуют свои особенности. И именно тем, что сейчас в целебной кулинарии мы приготовим тыквенный суп по-малаховски, который вы никогда не ели, потому что там находится один очень мощный секретный ингредиент. Скажите мне, пожалуйста, сколько вы хотите имбиря? Имбиря... Немного? Жгучий? Ну, половинку, половинку. И знаете, я еще хочу сказать, крем-суп, вот как раз Таня говорила о том, что его делают в различных регионах, так, всякие и так далее. Да. У нас в России вы его можете сделать на воде, крем-суп. И он не будет вызывать у вас, что вы поправитесь. Да. Он будет только, знаете, стимулировать перистальтику, ну и прочие-прочие процессы, о которых мы говорили. А вот если вы его зимой сделаете там с молочком, допустим, со сливками, он уже, те люди, которые особенно в пожилом возрасте, худенькие, мерзнут, он будет их упитывать, они будут себя нормально чувствовать. Но полненьким нельзя. И вдобавок добавляя различные специи, это приведет к тому, что мы еще будем разогревать организм в течение зимы и чувствовать себя нормально, потому что многие люди наступают холода, слякоть, сырость, они мерзнут, они не хотят ничего, как бы сказать, вот им ничего не хочется. Как это все вытеснить, как противостоять неблагоприятному воздействию погоды? Да с помощью продуктов. И вот тыква, она везде была. Так. Кстати, тыквенный суп лучше всего есть только в теплом виде. Да. Это самое лучшее. А еще можно капельку масла растительного, можно. Какого хочешь. Хочешь кунжутного, хочешь льняного, хочешь можно. Еще какого-нибудь. Зачем? Нет, это я этого добавила туда. Потому что хорошее настроение определяет вкус блюда. А в кипящую воду. Кипящую воду. Поехали. Все, доводим до закладываем. Кипения. Закладываем. Ну, у нас закладка. Давно уже был. Да, заложили. Варись наш супчик. Да. Ну, на это уйдет у нас на самом деле какое-то время. Какое-то время. И пусть уходит. И пусть уходит. И вы знаете, что не обязательно его варить до полностью того, чтобы все там разварилось. Мы его можем до полусырого, чтобы там остались ингредиенты полусырые, содержались биологически активные вещества, каротины, все это. И
блендер все это размелит, и у нас получится, знаете, полусырое блюдо, которое будет невероятно, я думаю, вкусное вдобавок. Ну? Звучит не очень полусырое блюдо. Давайте другое слово найдем. У нас будет... Ну? У нас будет блюдо с сохранением биологически активных веществ. Прекрасно. Внутри. А пока у нас варится, как вы понимаете, угу. время сократилось в варке. Угу. Самый момент объяснить, что вы имеете в виду, объем тыквы, объем. Или там репы, или свекла, угу. или яблоко, перейдет к человеку, который съест этот овощ. Вот, вот каждый плод, он создает свой объем. Вот здесь вот имеется объем. То есть здесь имеется, смотрите, даже вот, вот эти вот тяжики говорят о том, что здесь имеется некая энергия. Можно ее назвать магнитным полем, можно ее назвать ну, несколько по-другому, но тем не менее, которая создает объем этому предмету, то есть угу. этому продукту. Так вот этот вот объем, хотим мы того или нет, он перейдет в объем и создаст объем где-то у нас там. Понимаете? Объем? Правильный, правильный. Или натяжение. Он вернее, вот... поддержит, сейчас я хочу еще так Хорошо. Сказать, у каждого человека своя собственная фигура, которая со временем начинает размываться, терять формы и как бы опадать от процессов просто старения. Так вот, когда мы вот этот объем добавляем, то, что у нас стало более-менее так слабеньким, усиливается, да, и подбородочек исчезает, грудь у нас поднимается, живот, значит, сюда, бедра расширяются и так далее. Кстати, я вот как-то раньше не обращал внимания, а это самое, обратил. У многих женщин как-то усыхает почему-то таз, уменьшается. Вроде у меня такая пышненькая была, потом раз, особенно когда там сгоняют вес эти певцы и так далее, так хоп, попа стала маленькая. Придаст попе объем. Далее, смотрите, самое ценное. Есть попа орех в народе, да. А это будет попа тыква. Да. И смотрите, вот это вот кожура. Так. Оказывается, в кожуре, кожуру вообще не надо выбрасывать. В кожуре у нас масса микроэлементов. Именно те, которые дают крепость и скелету, и зубам, и волосам, и коже. Поэтому с вот это вот... наружную оболочку. То есть вымыть и... Так, ну, может, надо было и сварить с ней? Лучше раз. Всего, знаете, как сделать? Кожуру очистить, потом ее высушить и на кофемолочке перемолоть. И вот потом уже добавлять и в суп, или еще куда-то там добавлять, для того, чтобы обогащать наш организм микроэлементами. Далее, вот смотрите, вот теперь уже идет мякоть. Мякоть у нас как раз способствует тому, что это мягкая клетчатка, которая будет великолепно работать по перистальтике, значит, по всасыванию лишних шлаков, потому что здесь она желтенькая, каротин, и вообще желтый цвет нам укрепляет печень, способствует желчеотделению и дает энергетику. Дальше идет вот эта мякоть. Мякоть тоже не выбрасывать. Ну, перейдем к семенам. Да. В семенах сосредотачивается, можно сказать, энергия жизни, которая должна дать рост этой же тыкве. Угу. Поэтому, когда мы ее будем употреблять, что получается? В первую очередь, она стимулирует потенцию как у мужчин и женщин. Далее, интересно, и в тыкве, и в семенах тыкве содержится особое вещество, которое изгоняет листву и паразитов. То есть мы будем сейчас супик есть и тем самым очистить свой организм от разного рода паразитов. А эти паразиты у каждого живут? Как понять, что пришла пора есть тыкву? Пора в этом смысле, эти семечки. Как только начинается у нас сезон тыквы, так мы все, значит, и едим. Более того, мужчинам очень полезно для того, чтобы у них предстательная железа была в порядке, ежедневно съедать от 10 до 20 зернышек вот этих вот тыквы, причем сырых, сами очищайте и съедайте, если они будут какие-то жареные, там засоленные и так далее, у них потеряется вот это вот энергетическое начало, и они ничего не окажут. То, что должны оказать. Кстати, и еще, видите, вот эта попка, а существует у нас стебелечек
тоже обладает очень полезными свойствами. Значит, обладает как раз вот эта вот часть, из-за того, что здесь много микроэлементов, калия, тыква обладает, кожура тыквы, мочегонным действием. А вот эта вот вещь еще более сильным действием будет способствовать тому, что даже и камушки будут раздроблять в различных там, в желчном пузыре, в мочевом пузыре, в почках. В ней вообще жить можно. В ней можно, если большая будет тыква, то можно жить. Судя по сказкам, да, в ней вообще можно будет жить. А проросшая пшеница, мы ее будем добавлять уже в блендер? Да. Или чуть-чуть вы хотите, чтобы она подварилась? Нет, ни в коем случае. Да? Если мы ее подварим, это все равно, чтобы мы ничего туда не добавили. Нам она нужна уже в блендере, перемешается, измельчится, и мы тут ее как раз и сидим. Пока варится тыква, пока готовится основа для тыквенного крем-супа, давайте напомним, что мы взяли. Тыкву, чеснок, лук, имбирь. Секретное оружие в виде проросшенной пшеницы находится рядом. Есть еще сливки, которые мы добавим после того, как взобьем все это дело. Вопрос соли, специй. Здесь вопрос вкуса. Если мы хотим солить, лучше всего солить слоевищами морской капусты, которая сухая, мы ее перемелим и делать такую соль. Обыкновенную соль не надо использовать, потому что она будет, как бы сказать, удерживать вот воду внутри нас. А это у нас? А это у нас кинзочка. Кинзочка. И ее знаете надо что? Помыть. Мы ее помоем. Ну давай. И корешки мы туда положим. Можно вот корешки положить. И они у нас именно взобьются корешки. И прекрасно. Тыква сочетается прекрасно с мясом. Отварную куриную грудку можно. Те, кто тяжело трудится. Слушайте, а знаете, как вкусно еще делать тыкву? Мы просто ее поджариваем или в духовке. Послушайте. А потом едим соусом из кинзы. Ну, чего хочешь. Кинза, масло, чеснок, лимон. Кто что любит. И просто вот этим соусом поливается эта вот тыква. Все у нас кипит. Мы берем ложечку. Вот. Блендер сюда. Хорошо, что он снимается. Это мы вот так вот. Просто-напросто. Опа. Оп. Так, значит, сюда добавим. Уже все готово. 2, 3. И вот тут, наверное, имеет значение, сколько воды будет. Если воды будет много, может, он слишком жидкий будет. Мотор. Мы, давай, один вот так давайте. Попробуем. А другой мы сделаем со сливками. Пожалуйста. Добавим сливки. Все сливки добавим? Нет, все много. Все много. Да, на другой объем. Вот, хорошо. Вот так вот. Теперь это мы. О, какой цвет другой, смотрите. Несколько. Блин. Ну что-с. Добавим зелени. Добавлю. Для красоты. Ой, я что-то, мне кажется, со сливками начну. Хорошо, со сливками, так со сливками. Я тогда этот попробую. Ну что, пробуем? Пробуем. Итак. Она звалась. Крем-суп тыква. Ой, у меня очень вкусно. У меня островатый. С чего бы это? Давайте-ка попробовать. С имбиря? Да, с имбиря. А здесь куда имбирь делся? Наверное, мы его хорошенько перемололи. Ну-ка. Да? Да. Оно? Оно? Здесь мы это оно. Голосуем за крем-суп со сливками и, конечно же, с проросшенной пшеницей. Красиво. Вот. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов
и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч!